дело в жопе. Ах, ты брёшь! Может, мне старика кручу? Ау! Туда! Прекрати! Честь и отчизна! Не стой! Приветствую. Шевелись, папа.
гнездо гулей, надо его уничтожить. Выходи! Сойдемся в поединке! Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю! Я Ронмит из Малого Луга, связанный с священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу! У меня еще 99 боев останется. А почему ты хочешь драться именно со мной? Я к твоей деве Ягодке никакого неуважения не проявил. Хм. Так признай же, что дева Ягодка всех дев на свете краше. Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. Довольно! Пощады! Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова... Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Давай, плотва!
детишек вчера по грибы послала. В лес! Одни нас. Так как пошла за хворостом в лес. Погоди, не плак. Давай, Плотва! Покажи, что умеешь. Сожрали бы меня, как нечего делать. На трупы сбежались. Спасибо, что вы меня не оставили. Хоть с этим мне повезло. Повезло? Может и так. Ты недавно заразился? Потому и занимаешься перевозкой тел? Что? Да не. Я вывожу трупы, потому как платят хорошо. Но ты же не ведьмак и не чародей, заразиться можешь. Да уж, я не мутант какой, вы не бойтесь. Просто ко мне никакие болячки не цепляются. Что вообще случилось? Ось полетела. Я и слез с телеги проверить, что можно сделать. А тут из леса такой вой! Кобылка на дыбы встала, будто ее волки уже за гузно ухватили. Телега перевернулась и хрясь! Весь груз на меня. А конь убежал? Ну, конечно. Полетел быстрее ветра. Эх, со мной вот так всегда. Не понос, так покойника у вас прямо на башку осыпется. Тебе придется поискать новую телегу. Эту надо сжечь и побыстрее. А нельзя ли мертвяков где-нибудь закопать? Телегу-то ее ведь починить можно. Если кто узнает, что ты перевозил в ней заразных, тебя никто больше не наймет. А с чего бы им узнать? Ежели вы никому не скажете, сам я тоже не скажу. И развезешь заразу по всей округе. Ну надо так надо. Есть у вас чем огонь развести? Занялись, как солома. Повезло мне, что я вас встретил. Благодарствую за помощь и добрый совет. Еще я тебе посоветую, как следует вычистить дом и сжечь эту одежду. Верно, верно. Только ведь я говорю, ко мне болезни не цепляются. Хорошо, если так. Бывай. Ох, сука, ну его.
Но куда ты не поставил, он знал, что делает. Чудище ловушек не ставит. Кто-то здесь есть. Взрывная ловушка. Так ты оставил свое дело, знал. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Растяжка. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Thank you.
Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. А я вот не забуду, что ты для нас сделал. Тихо здесь. И сыроед прекрасно. Нехорошо. В лес надо. Ты ведь был у них недавно. Я... С дарами вернулся. А что нужно благодетельнице мать нести? Надо ему помочь. Сам он с волками не справится. Покончим с этим! Пес домашний. Интересно, откуда он здесь взялся? Хм. К ошейнику пришит ключ. Кажется,
зовет за собой. Хватит болтать! К бою! Хорошо. Что-то там случилось. Надо зайти посмотреть. Досками что-то есть. Может, получится их снять или выломать? Thank you.
Где ты? Помоги старой слабой женщине! Что случилось? Ночью безбожники часовенку верны милосердно разорили. Чтоб им пусто было! Починить надо б на часовенку, иначе верно обидится! Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют! Парша и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло, я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если что увижу, я поправлю, но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Верно ты выглядишь. Пошла. Упитанный парень. Не видать, ел досыта. На зерне с наших полей откормился. Теперь у ворон пир будет. Они такого и за неделю до костей не объедят. Что вам сделал этот человек? Этот? Ничего. В деревню зашел, колечко на хлеб поменять. Только есть у нас нечего. Из-за черных. Поля вытоптали, разграбили амбары, сожгли сады. Вот вместо хлеба и получит петлю. Люди, неужели вы меня не слышите? Я этой войны не хотел, я бежал, чтобы домой вернуться к жене и ребенку. Возьмите все, что у меня есть, только жизнь оставьте. Отпустите его. А может, нам ему еще и провианту в дорогу дать? Коня сообразить? Черные нам пощады не давали, так и от нас ее не дождутся. Я пробовал по-хорошему. Теперь попробую силой. Спасибо. Если бы не ты... Если бы не я, погиб бы только один. Ты правда едешь к жене? Да. Прямо перед войной у нас родился ребенок. Девочка. Я ее назвал Беатрис. В честь бабушки. Почему? Почему ты мне помог? Потому что это было меньшее зло. Наверное. Иди давай, и пока не перейдешь Яругу, держись подальше от деревень и больших дорог.
Но! Вперед, плотва! Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. И здесь все поломали. Давай, плотва! Теперь помни. Yeah, you're so-
его! Не стоит! Если у меня сын родится, назову Геральтом. Зимой, ты там с кирпичником? Сперва войска вышли. Это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молнии. Тяжелые капли грозовых туч. И молния эта зовется сверхчеловеком. Заканчивайте с этим. Мы не станем слушать холопа на цепи у клерикалов. Мастер Фридрих из Оксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия – опиум для народа. Простой люд боится только религии жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас в оковы мракобесия. Мы должны создать новую мораль. Или обойтись без морали. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! Но! Там, где есть гули, обычно бывают и трупы.
старика к ручью послать? У тебя неприятности с каким-нибудь чудовищем? С духом. Можешь рассказать больше? Понимаете, является мне во сне Ячемир. Мой муж, значит, который на войне погиб. Стоит у изголовья и причитает, мол, столько лет в разлуке, так на том свете грустно. Иди же ко мне. Я говорю, приду, Ячемирушка, приду. Только как меня боги призовут, не раньше. А он на это. Так хотя б принеси на могилу обручальное колечко. Легче будет ждать. А я бы и принесла. Только через лес идти боязно. Так я и подумала, что... Может, вы... Ты уверена, что это дух твоего мужа? Да что вы! Что ж я собственного мужа узнать не смогу? Я старая, но не настолько же. Дело не в этом. Есть видения, которые обманывают людей, принимая облик их умерших близких. Например, скусты или злыдни. Да нет, Ячемир, это я точно знаю. Он во сне говорил о нашем сватовстве. Как мы танцевали на Билетейн. Как его реданцы зарубили под Риндой. Под Риндой? Или ты что-то путаешь, или ты и правда очень старая. Это было 80 лет назад. А, и правда. Путаю, я путаю. Под Ривией хотела я сказать. Я с удовольствием помогу. Где твой Ячемир похоронен? А, на таком маленьком кладбище недалеко от наших сучьев. В могиле под старым деревом. Возьмите-ка вот колечко обручальное. А как закончите... Приходите ко мне за наградой. Живу я в хате посреди деревни с моей внучкой Лесей. Куда она делась? Ха. Странно. Могила Ячемира. Ну, дело сделано. Чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает? Ведьмак?
Что вас привело? Ты Леся? Я хочу поговорить с твоей бабушкой. С моей... Так она ведь умерла и давно. Значит, я разговаривал с духом. Почему ее не похоронили вместе с мужем? Я точно не знаю. Я маленькая тогда была. Но мама говорила, что незадолго до смерти. Бабушка узнала, что у дедушки была на стороне какая-то любовница. Так что она сказала, что лежать с ним не хочет. Видно, она передумала. Решила как-нибудь воссоединиться с мужем на том свете. Потому и попросила меня о помощи. Тяжело поверить в эту историю. Но у вас глаза добрые. Если вы и правда помогли бабушке, то вам причитается награда. Пожалуйста. Здесь немного, но хоть что-то. Потом мор. Теперь голод. Остлявая должно быть рада. Чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает? Пошла. Давай, Ботва. Пришел. Сегодняшний.
и сарай разнесут. Лучше и не думать. Что тут делается? Не ваше дело. Кажется, вам нужна помощь. Ну, если по правде, то нужна, конечно. Тварюги какие-то у нас в сарае завелись. Мы их внутри заперли, только ведь это ж ненадолго. И беда нам будет, как они высвободятся. Мы не богатеи какие, но если вы эту гнусь перебьете, мы заплатим. Я попробую помочь. Мы вас впустим в сарай, а как все кончится, двери откроем. Быстрее, мастер-ведьмак! Они ж выберутся! Ну что, паскуда? Открывайте дверь. Тела. На них-то гули избежались. Что, кладбище в сарае? Нет. А чего вы спрашиваете? Я нашел останки нескольких тел, но них трупоеды избежались. Это бандиты были. Покуда они деньги с нас сдирали, мы еще терпели. А как они ягусь в сарай потащили, тут вы не выдержали. Ну, навил их. А как все кончилось, сами видите. В следующий раз, когда кого-нибудь убьете, тела закопайте глубоко. Эти тоже нужно отсюда вынести, иначе опять трупоеды сбегутся. Так и сделаем. Спасибо, сударь-ведьмак. Работа сделана? Так точно. Вот ваша плата. Спасибо за помощь. Будьте здоровы.
пошла. Курятник, что ли, вы в лес собрались? Мой дедушка привез когда-то из экспедиции. Продал и купил дом. Чем болтать, лучше помогите искать. Тьфу. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Хочешь справедливости? Найми ведьмака. Приветствую. Ну что еще? Не обращайте на него внимания. Садитесь. Милости просим. Поиски книги, как говорит наш ученый муж, облигаторны. Благодарю. С удовольствием присяду. Как вас зовут? Я Геральт из Ривии, ведьмак. Меня зовут Руфус. Вот этот ученый муж зовется Теофиль Мария Роско. А здесь... Простите. Манфред, я. Да-да. Геральт. Где-то я слышал это имя. Может, вы бываете на ярмарках? Не бываю. Вы перепутали с Герардом, артистом. Тот действительно выступает на ярмарках и на потеху толпе портит воздух в такт популярных мелодий. А наш гость — это не кто-нибудь, а сам Белый Волк. А, тогда прошу прощения. А это не вы? Знаете, о смерти Фольтоста ходило столько сплетен. Нет, это не я. Угу. Что нового в мире? Говорят, будто черные вот-вот начнут новое наступление и попробуют перейти Понтер. Ставлю алмазы против орехов, что в этот раз родовитых не отбросит. Жаль, что Хенсель сгинул в Нижней Мархи. Проклятый убийца драконов! Правду говорите. Был бы жив Хенсель, у нильфов на востоке не пошло бы все так гладко. Говорят, император войдет в Новиград, приберет к рукам храмовую сокровищницу и флот, и тогда Запад тоже будет его. Вы много знаете для простого торговца. Ну, знаю. И что с того, а? А то, что вы перестаете мне нравиться. Сперва вы спрашиваете про письма, которые я везу. А теперь слышу, что вы только и ждете, пока Нильфгаард перейдет Понтер. Я думаю, вам лучше отправиться со мной. Я знаю особ, которые хотели бы с вами поговорить. Через мой труп! Если придется. Успокойтесь, это всего лишь недоразумение. Ведьмак, попридержите его, а я поищу веревку. А, не дождетесь! Ладно, придержу его. Хуй свой придержи! Никак вы, блядь, не научитесь. Не зевай! Давайте обыщем тело. Может, у него есть при себе какие-то бумаги? Сам этим займись. Спасибо за помощь.
Одним нильфгардским шпионом меньше. Возьмите-ка, вам пригодится. Спасибо за помощь. Одним нильфгардским шпионом меньше.